Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy J6. И сейчас покажу вам, как на этом устройстве изменить язык системы. Для того, чтобы это сделать, нужно зайти в приложение настройки. Зайдем таким образом, нажмем на шестереночку. Вот, мы в настройках. Теперь нужно спуститься в самый низ. И выбрать пункт «Общие настройки». Здесь выбираем самый первый пункт «Язык и ввод». Затем «Язык». И здесь есть уже два языка какие-то, да? Но мы можем добавить еще и третий. Давайте, допустим, добавим, не знаю какой, казахский язык. И нажимаем «Сделать стандартным». Ждем пару секунд и видим, что весь текст у нас уже на казахском языке, вместо того, чтобы быть на русском. Если хотите изменить опять на русский, просто тыканием в него ничего не получится изменить. Поэтому придется делать так: нажать на русский и удерживать. Даже не так, не нажать и удерживать, а видите, сбоку есть такие штучки, стрелочки. Нужно за них двигать. Вот, берете русский и ставите его на первое место, чтобы он был наверху. Ждем секундочку. Походу, вверху нужно нажать на что-то, я так полагаю. А, это он просто менял язык, скажем так, длительное время. Вот. Вот, в принципе, и все. Вот так меняется язык системы на телефоне Samsung Galaxy J6+. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео.